Всем привет! С вами я, Аналекса, Дон Никитон. Это пошел второй месяц тренировок, где мы готовим наше прекрасное тело к лету. Сегодня мы начинаем не только с необычного ракурса, но и с необычного сюжета. Дело в том, что прошел целый месяц, а это значит... Всем привет! С вами я, Аналекса, Дон Никитон. У него сейчас сон-час, а мы пока отмечаем целый месяц существования моего канала. И по этому поводу мы сегодня жрем... Непопешный торт. Все как положено, с одной свечкой. Один месяц, одна свечка. И будем загадывать 1 миллион подписчиков. Пускай будет через 1 год. Все по одному. Хочу сказать спасибо всем своим 15 подписчикам. Спасибо, что вы есть со мной. Спасибо, что у меня целых 22 просмотра на самом максимальном видео. И что вы еще не отписались от меня. Это был непростой месяц. Я не замеряла, с каким результатом я его начинала. Не замеряла объема, а хотя надо было. Не замеряла вес. Но я сделала видео своего изначального формата. И потом, что со мной случилось через месяц. Оно будет дальше. Конечно, на первый взгляд, может быть, и непонятно, что там вообще изменилось, но я-то вижу, что попа стала подтянутой. Вот эти складки на животе уже не ложатся на бедра, когда я сажусь. В общем, в целом я становлюсь крепче, что не может и не радовать. Я создала этот канал в первую очередь для того, чтобы, не знаю даже, что больше получилось, меня мотивировать на тренировки для того, чтобы снимать видео, или тренировки проводить для того, чтобы снимать видео. Снимать видео для того, чтобы... Или проводить тренировки для того, чтобы становиться худее или тренироваться для того, чтобы снимать видео. Я запуталась. Ну, хватит ржать. В любом случае, все очень гармонично сошлось. Женщине, которой в декрете нечего делать, и при этом она хочет накачать свою попу. Инстаграм бы я бросила уже бы раз 20 за это время, но вот YouTube-канал зашел идеально. И круто, что вы смотрите мои ролики. Круто, что есть целых 3 комментария. Я очень этому рада. Это сейчас смешные цифры, и потом через 10 лет это будет смотреть еще смешнее. Не факт, что я, конечно, буду к тому времени вести свой канал, но тем не менее, все равно видосы останутся в памяти, и это тоже очень здорово. Я тут подумала, видео с тренировками всегда такие идеальные, вылизанные. Складывается впечатление, что человек в кадре либо выносливая машина, либо ему все так легко дается, что прям завидно становится, и думаешь, да ну я так не смогу, и все, и бросаешься. Мои, кстати, тренировки тоже не исключение. Конечно же, выглядит все так, как будто бы я прям супер сразу все делаю, но на самом деле нет. И я решила показать, что остается за кадром, что вот эти вот упругие ляжки, конечно, мне не так уж легко даются. We'll be right back.
один комментарий. Яна, ты супер. Там приятель из Воронежа. Ты мотивируешь других мам, которые сидят дома. Вот, кстати, про мотивацию. Мне на самом деле очень нравится мотивировать всех просто своим примером. Поэтому, если хоть одна девочка из просмотревших мое видео встанет и начнет качать свой зад и перестанет ныть о том, что беременность ее испортила, я считаю, что все было уже не зря. Вот.